целом достаточно удачно. Это выборное собрание было. Достаточно удачно прошли эти выборы. Конечно, ну, на мой взгляд, есть перекос по разным отделениям. Где-то был очень жесткий конкурс, где-то был конкурс очень, так сказать, такой мягкий и легкий. И это неправильно, на мой взгляд, это надо исправлять. Где-то был конкурс такой, что не прошли очень сильные международно признанные люди, а где-то людей совершенно, так сказать, неизвестных избрали. Но в целом, по-моему, нормально. И то, что поработали комиссии по поводу фальсификации научных исследований и по лженауке, это, на мой взгляд, очень позитивный опыт. Не без, так сказать, ну, каких-то шероховатостей, но, тем не менее, опыт очень позитивный. И, в общем, надо, конечно, его совершенствовать, но продолжать. Это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Вот. Ну и, в общем, по боевому прошло вот сегодня завершение этого собрания. Прошло достаточно по боевому. И я рассчитываю на то, что все-таки голос этого общего собрания, он будет услышан. В частности, по вопросу о РФФИ и РНФ, Российский фонд фундаментальных исследований, Российский научный фонд. Меня очень беспокоит ситуация, когда кулуарно принимаются решения для науки, очень важные, для всего научного сообщества, очень важные, существенные. И вот так вот, так сказать, завтра мы узнаем, что все переформатировано, а ученые тут вообще ни при чем. Все за них решили где-то там. И это, на мой взгляд, совершенно неправильно. И надо президиуму в это дело включиться снова и еще раз этот вопрос поднимать и обсуждать с научным сообществом, как это все будет происходить, если будет происходить. Ну, в общем, этот вопрос был поднят на этом общем собрании. В общем, на мой взгляд, оно так по-боевому достаточно прошло, и надеюсь, что голос его будет услышан.